С добрым утром, дорогие друзья! Всех рад приветствовать. Вот что было вчера по погоде, да, лил дождь и снег мокрый шел. Сегодня солнце светит, но снега навалило. Вот сегодня у нас 25-е, по-моему, апреля. Сегодня день первый основной поиска. Будем снимать, показывать. Пока еще точно не определились, что будем, куда. По ходу дела будем разбираться. Дальше будем выкладывать. 21 апреля. Бать, какая прикольная красота у нас тут вывалилась. Ехали, все гадали. Растает снег окончательно в лесу или не растает? Но подумать о том, что выпадет новый, почему-то никто не подумал. А он там выпал. Там два урочища у нас, да, впереди? Три. Вот мы едем на три урочища. Даже четыре. Да, может быть, даже четыре. Ладно, сейчас с мест поснимаю. Тут вообще вот такая красота. Все, машину оставили. Идем пешком. Там за поворотом в сторону леса несколько урочищ было старых. Четыре деревни, да. Крупно одна. Так что идем. Идем. Ладно. Так, друзья, дошли. Смотрите. Первая полянка, вторая полянка и третья полянка. Вот где-то на одной из них стояла вот именно старая-старая деревня. Ям нет. Но сюда и да, пешком шлепать далеко и на машине сюда пробираться. Ну, то есть достаточно такое место. Сейчас мы его попробуем пощупать. Ничего не найдем, посмотрим ту и ту. Вот. Дядя Дима что-то уже там ищет. И мы поищем, пойдем. Первый сигнал у Димыча. Сейчас попробую снять. Вот она. Фигня сейчас какая-то, смотри. Это ложка. Или что так? Походу, да, наверное. Кольцо! Обручалка! Такая вот, короче. Здесь она, видимо, была. Потому что мусорка страшная. Советская. Наверное. Ладно, сейчас поищем. Туда еще надо сходить. Елочка. Ага. Ладно. Так, выскочил здесь кусок крестика. Вот такой, по сути. Обломок, нижняя часть. Ну, да. Здесь, конечно, мусорка страшная. Чернина больше, чем ну да, чернина выйма. Ладненько. Зато красиво. Вот с той полянки пролезли сейчас вот этот, через этот лесок. Вот, походу, ямы. То ли домовые, то ли выгребные. Очень похоже на то, что, наверное, здесь она была, не там. Ну, где-то вот на этих полянах. Очень похоже на то. А здесь походим, поищем. Пока ничего нет, кроме мусора. Лазим. Пока ничего интересного, вот такая хренулька выскочила. Сейчас покажу. Не знаю, что это такое. Прикольное. Может, кто знает. Вот так вот. Да. То, что копать, так копали. Ладненько. Ну, деревня продолжается. Село. Да, мусора, конечно, мрак. 20 копеек, 92-й год. Ха-ха. Будем пока тут лазить. Что найдем. Не иначе, что здесь матросик какой-то лазил давным-давно. Пуговка. Какие здесь кусты всякие. Сейчас здесь походим. Вывалилась вот такая фитюлина. Что такое, не знаем. Сначала думали пломба, но дырочек нету. Что это такое? Кто-нибудь скажите, покажите. Такая погода. Такое ощущение, что снег опять будет. Дедушка сжалился за мной, дал убитую деньгу.
Ну, хоть услышать звон монет, ой, звук монетный в приборе нечастый. Как-то так. Блять, за ветер хорошая находочка выстрелила. Колокольчик вот такой, целенький. Сейчас посмотрим язычок. Можете дать? Вскрытие. Зачет. Это вообще классная штука, они вообще целые редко попадаются. Куда-то нас тетя Люба сдунула. Сейчас ее еще пойдем искать. Ну все, зачет. Вот как-то так. Мужики куда-то сбежали, бросили меня здесь. А у меня сигнальчик, вполне себе удобный. Совсем хорошо видно. 69-го года. Вот так вот. Все видно. Здесь не видно ничего. Ну, в общем, по крайней мере, империя. Так. На всякий случай. Здесь на пригорочке. В грязи. В грязи, да. Выскочил пятачок 30-го года. Вот такой. Хороший пятачок. Отличный. Держи. Нет больше. Ладно, идем дальше. Здесь дед Люба пятак подняла, я так понял. У меня пуга вот такая выскочила, здоровая. Ушко даже целое, но гнутое. Вот здесь пройдемся вдоль канавы. Ходим, бродим. Здесь пуговица была у нас пустая. Здесь деньга выскочила. Смотрите, какая интересная, красивая. Вот такая штучка. Вот такая вот изумительная конинка вывалилась. Еще перед этим вот такой чудесный колокольчик. Да, колокольчик обалденный. В патине. Чуть-чуть помятый, конечно, с трещиной, но... Ну, прикольный. И без ушка. Но прикольный. Ага. Так, вот сейчас попробуем вон на ту полянку заглянуть. Что там у нас будет. Передвинулись с той деревни, вот на этой же машине, которая была. Такой сигнальчик интересный. ЮДПД. Не знаю, что это такое. Наверное, что-то с пожарной охраной связано. Прикольно.
Друзья, вот такой солдатик вылез. Прикольный. Целый. Отмоем потом. Сфотографируем и прикрепим. Вот еще два сигнала, что Димыч притащил. Деньга очередная. Сохранчики. Вроде как. Вот такая. И советик. Троечок. 53-го года. Я говорю, сейчас под вечер начнется, когда уезжать. Ага. Вот такой тут кусок сада. И около него... Вот такая вот тусина. Рыба 40-го. Очередная деньга. Господи, что за ветрище-то такой? Да не обломанная, они... Вот такая. Ну ладно. Еще пока лазим. Так, очередной сигнальчик. А, рама. Рамочка. Вот такой. Советик. Пойдет. Движемся сейчас к машине уже по чуть-чуть. Вон. Где дома стоят, вот те, там машинка. Вывелся пятачок замученный, вот такой, вот, гнутый. Ну ладно, все равно, что ему валяться-то. Домой пусть едет. Вылетела орляночка вот такая вот. Ушко целое, но гнутое. Вот когда людям заняться нечем. Как же, говорит, хочется. Ну, не накопалось. Все, пошла водичка. Да. Чего? И плюхаешься в эту воду. Ладно, вон там за поворотом должна быть где-то машина наша уже. Так, друзья, первый день Белозерска закончился. Ну так, начинаем только разогреваться. Вот. Завтра планы есть. О завтрашних планах расскажу завтра. Сейчас находки покажу. Ну так, набомбили. Опа. 3 копейки серебром. Колокольчик у Димыча бомбический, целенький. Это хороший колокольчик. Ну, пятак, естественно. Елизаветы. Будем мыть, чистить. Ну, у меня всякая хренотень. Ну, у меня как этот. Солдатик. Солдатик офигенный. Значок. Значок, да. Каких-то пожарных. Не знаю, что значит ЮДПД. А ты еще пятнашку 57-го поменял? Ну, да. Ну, вот как-то так сегодня, ребят. Поэтому прощаемся. Я не могу понять, какого у меня... Помахайте ребятам ручкой. Все, до завтра. Может, дай мне еще? А я куда? А, она у меня, что ли? Да убери ее, кстати, что-то. Это лимонад, что ли? Ну, еще. А я тоже хочу. Либо будешь лимонадик? Будет либо лимонадик. Я буду. Сейчас только мы выйдем отсюда, ага, на дорогу. Я просто дорогу снимаю. Что-то я в одну жалость это дело. Я просто снимаю дорогу. А это, скорее всего, надо не коровник, не. Где? Вот это полукруглый. А что-то узнать, что это за ангар? Ну, на коровник не похоже, если честно.